Добрый день, уважаемые земляки. Я хочу представить вам четкий алгоритм инструкции, как необходимо действовать в определенных случаях. Первый случай, если вы прибыли с любой заграницы. Что необходимо сделать? Самоизолироваться, сообщить на горячую линию Министерства здравоохранения по телефону 37-95-32, сообщить о своем приезде. Это первое. Второй момент. Если у вас будут признаки острого респираторного вирусного заболевания, то вам возьмут мазки на коронавирусную инфекцию. А так, в течение 14 дней вы должны находиться дома. Следующее. Если вы попадаете в круг контактных лиц и были в контакте с пациентом, у которого выявлена новая коронавирусная инфекция или находится в подозрении, то мы делаем следующее. Обязательно необходимо также сообщить на горячую линию Министерства здравоохранения 37-95-32. К вам приедут медицинские работники и возьмут у вас исследования на тесты на данную инфекцию. Если у вас будут признаки острого респираторного вирусного заболевания, то для дальнейшего дообследования вы госпитализируетесь в инфекционный стационар.